Плюс-минус 10 минут. Да, сложно вообще быстрее. Сходить просто, это будет пиздец. Да, либо давай пожарника делаем, идите на кнопку нажимать. Фора, ты где? Я в туалете. Где ты, в туалете? Блин, не послышно. Фора. Фора-бора. Ты пляшем да ебашем, да? Фора. Да хер с ним, он один дэшка такой. Здесь. Все, поехали, пуляй нахуй. Короче, ребят, особенность на второй фазе от бараши, главное, съебитесь и милишники себе всегда сейф-зону отслеживайте, чтобы у вас было эти отступления, все остальное поебать вообще. Я буду анонсить. Все, посмотрели мины. Если танк, если ты заряженный, там повзрывай мины, чтобы людям было проще. Блять, люблю, когда мне под проки просто два крита выскакивает, я сразу на две строчки повышаюсь. Убежали от шокового баа. Три трупа, блядь. Ладно, плохо вообще. Три не трупа, а три дебила. А, можно сказать одно тоже. Поднимите мне Утерхаус, если... А, нету БРФ, я понял, все, окей. Так, Лок-то умер, от мили. Вон в демоне, блядь. А, демон, все. Ребят, внимательно смотрите. Я думаю, вы знаете, так, типа. Прохиливайте Вася вагона. Стопнули. Вот, этим бешадами. Стопнули, говорю. Больше ДПС, ребят. Что-то чудо придется мне на вторую фазу это героя давать. Хотя нет, наверное, нет. Посмотрим. Давайте, добили говна, это пускай. Прохиливаем фаербула и Тревора. Вместе не надо ставить Тревор. Все, ладно. Сейчас смотрите особенность. Мы не должны стоять в одном кемпе, так сказать, называемом. То есть суть такая, что вам нужно разбрестись по комнате и слева, справа и сзади встать, короче. Когда будет бараш, мы забежимся за спину. Я про анонсшот момент. Вам нужно найти спину. Спина там, где две ракетки. Всем нужно сбежаться туда. И крутиться вместе с ним хаотично, соответственно. Следующий момент, ребят, когда бараш кончится, вам нужно рассосаться всем полукругом, то же самое, как мы стоим, то есть, как вы сейчас стоите. Да, фаер у кого? Аспект у тебя? Я. Хорошо, все замечательно. Но мне, блядь, утр нужен, сука, демон, нахуй, наш. Ладно, все, поехали, ДПС, начали. Дайте бурсты свои, без гейда попробуем сейчас. Я думаю, справимся, бараш все равно один будет, так или иначе. Хилы, как вы там вообще? ТЦ умер. Что у нас с хилом вообще проблемы какие-то? Плохо хильте. Бараш за спину бараш. Бля, ребят, вы уже начали, вы уже сказали перекур. Никто не говорил перекур. Я потом это поправился. Крутимся, не забываем крутиться, ребят. Как только он заканчивается, сразу рассасались. Замечательно, рассосались. Много трупов, это похуй вообще. Главное, прохиливайте сейчас. Чильте. Мастер аура, дай аспект. Хпала, забери себе. Дайте мастер аура. Массакра плюс баба отдайте. Пиздец, да все, упали нахуй. Я ебал рот. Пачка просто неживаемая. Все, давай упали быстрее. Стоп хил вообще. Хочу. Не переводите его, не надо. Стоп, не переводите. В ракету забегите все. Умрите. Молодцы. Умираем? Да, умираем. Стоп хил. Пиздец, ребят, вы что, прикалываете, что ли? Мне тактику, что ли, с нуля рассказывать? Все просто. Ну что, ДЦшника не было, я так понимаю, или что? А был ДЦшник, он умер на самом первый. Не было, по-моему, его. Я отходил, я думал. Ну, видишь, отходил. Все, вот поэтому мы обосрались. Я понял. Саня, давай я первым дам мастеру, чтобы мне потом не переключаться на второй фазе. Давай. Блин, зачем вы диван дали? Сними, Хофр. Да, Хофр, сними себе диван. И умирай.
Замечательно, все встали, все последний портал спустились, разбафались, спыльнули, убили. Ушли на генерала. Убили генерала в хейме, я думаю, с пула убьем. Не, на самом деле очень легкий хейм у него. Единственное, что нужно понимание от людей. Его у нас есть? Ладно, это потом. А там на генерале хилы в миллизону? В РДД. ХПалы пойдут в миллизону, а остальные все РДДшники. Но я надеюсь, что у каких-то хилов есть какой-то спек РДДшный. ПВПшный есть. Уходит. Так, давай быстрее. Тварь, сейчас быстренько убьем эту хуйню. Ребята, смотрите внимательно. Костя, я в ахуе с тебя, в смысле, мы сколько с тобой ходим, ты, блядь, сдох, нахуй, просто на шоковом ударе, это что такое вообще? Вы, блядь, чё, нахуй, вы, блядь, с гильдии? Вы просто должны, блядь, хотя бы показать, что, блядь, вот мы, нахуй, такие перца, не въебаться в рот. Хули ты, блядь, спать хочешь? Давай рыбу, Амела. Традиция, да, звездушку рыбу ставит. Да. Ну, вроде так сделали, чтобы люди видели, где рыба стоит. Звездочка — это всегда рыба. Ну да, там ее не видно ни хрена. Я только звездочку вижу. Ну, когда приближаешь, видно. Этого достаточно, ребят. Все, давай, подняли масс-пафы. Значит, смотрите. Подожди, 5 копеек ставлю. О. Блок, урну с чашей, там, всей этой темой. Это на второй фазе поможет. Да, да, огурчики, пожалуйста, лук. Забываю постоянно про огурчики. Куда, бля? Ха. О, может, Кирилл, ты да. Что ли, Кирилл? Да, да, Яха. Убили Фрей, упал 39-й кинжал. Да Яха это, блядь. Это Яха, Яха. Это баф, это баф. Ладно. У нас уже при 25 Яха. Инта баф. Баф инту, да, инту баф, давай, давай. Дал. Сейчас я топлюсь, ребят. Все запустили, отлично, поехали. Вместе не стойте, рассредоточьте, ребят, по одному, по два. По одному человеку желательно должны все стоять, потому что баф тяжело прохиливается. На Мимироне вот? Да. Все, поехали. Демон, да можешь свичнуться? Только внимательно на шоковом ударе, демон, ты отходишь, отбегаешь. Внимательно посмотри, где минки. Посмотри свою войд-зону, сейф-зону, вернее. Сейчас будет шоковый удар, внимательно прохилил Андрея, шоковый удар, отбежали. Ой, блядь. Что, у нас один рестер умер, да, не прохилил или чё? Рестер может сам себя прохилить, чё за прикол? Да я хуй знаю. Ладно, всё, БР 0, да, его получается, да, наверное. Прохилил Андрей, Фунтик, Андрей, Фунтик, прохильте, прохильте двоих, прохильте. Хорошо, все дамажим. Ребят, внимательно, пожалуйста. Не надо умирать на первых фазах, это, блядь, глупо. Это легкий босс в обычке. Шоковые отбежали, убежали, убежали. Быстро, 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 быстро. Хорошо. Опять один чашу пью. Прохилил дека зеленку. Я хуй знаю, вы, может, устали, я не понимаю вообще. Как можно дохнуть на первой фазе? Ладно, на второй там вы прохилы. Но на первой это ебаный насос. Все, ребят, рассредоточились. Давай вон дерево сразу поднимай чаржи этого. Да, дерево поднимай чаржи. А то на третий будем дольше бить, еще два обстрела будет, блять. Поднимай чаржи, пьем, хорошо. Масс баф поднимите. Лапку, инту, масс. Все, ребят, внимательно. Да нахуй сейчас Геро отдадим, я ебал рот. С плагера? Да. Как только этот появится, Гера дадите. Мастера ауры не отдавай, Андрей. После Геры отдашь мастер. Я понял тебя. Хорошо. Все, давай, Гера. Отдавай, Гера, похуй вообще, что жалеть. Хилам проще будет. Все, дамажим. А что, у нас один мультик остался?
Да, срок. Кто-то давно отвалился. Точно, точно. Получается, без своего кинжала сейчас болтаешь. За спину. Двое. Него, да? Драгдилер есть встать у тебя? Потом. Крутимся, ребят, не забываем, крутимся. Нет, встать. Ай, блядь, рассосались, если бы убили этот хуйню, блядь, быстрее, нахуй. Кого пока никого не положила. Блядь, ну чё, ну давай третий БР. Нет, хотя... Может, вставалка есть? Не надо БР тратить последнего. Хотя, блядь, ты топовый ДПС, давай сюда, нормально, пацан. Давай дилеру БР, последний. Кто там? Ой, сова. Вторая сова. Огни сайт. Отдай БР. Хорошо. Мазбаф поднимите его, паладин. Разребафните. Таунт не забывай. Таунт. Помните про бомботов. Да, про бомбота, ребят, помните. Я стою только под головой. Под бомбота, помните? Вот он. Хорошо. Этот. Хант пошел, трапу кинул под голову. Куда упал же бубот, трапу туда кинул. Трапу кинь. Хант. Кинь трапу. Подойти к трапу быстрее. Бомбот. Бомбот. Опускай. Хорошо, все. Фул ДПС дать. По голове чисто настучали. Давай. Дамажим. Больше ДПС. Должны убить. Все, отбежали все от головы. Сейчас будет бомбот. Трэш не забываем, священц. Почему трапа я до сих пор не видел, Хан? Она стоит. Где? Почему я не показываю трапу? Вот еще одна. Бомбот. Хорошо, чуть я не сдох. Ребята, все сейчас взяли фокус VX-001. Добили трэш. Взяли фокус VX-001. Туловище. Отслеживайте бараш. Внимательно смотрим. Сейчас РДДшник играет по голове, это тревог, не забывай кидать пару ВПшек на голову, таунти, там, гриппы, гуипы, чтобы не била голова РДДшников. Милишники играют через ноги, РДДшник играет в туловище, ой, в туловище, в голову. Опускайте до 20%, все, поехали. ДПС, ребят, прокиливаем, главное. Не забываем, при критических моментах Андрей Адаш сам по ситуации мастера плюс массакра. Если будет очень все плохо. На первом бараше массакру плюс баба ладаш. Мало ли, может, выживет. Милики видят, когда убегать будут? Посмотри свои сейф-зоны. С ракеток вышли. Хорошо, отлично. Голову снизу. Голову стоп. РДДшники поиграли в туловище. Играем в туловище. РДДшники в туловище. Бараш за спину. Смотрите внимательно, здесь мины стоят. Внимательно. Понятно. Ебать, убежали назад, заебись. Андрей, чё не отдал массакру плюс бабу? Идёт. Понятно. Три эти играем в РДД, блядь, в туловище играйте, РДДшники. Милишники больше по себе. Сейчас у вас шоковый удар будет, внимательно отслеживать. Побольше по ногам. РДДшники в ноги шоковые отбежали. Понятно, опять кто-то сдох. Я не представляю, что бы было бы сейчас пожарник. По ногам играем, РДДшники в ноги играть. Все фул ноги. Фул в ноги. Хорошо. Все, по туловищу, РДДшники в туловище, милишники играют по ногам. Все, сносим их. Я в голову начинаю играть. Все, уносим их. С ракеток вышли, вынесли. Молодцы. Побежали все на, получается, обвалившаяся галерея портал. Налево и налево. Давай покурить же, говорили. Ну, в смысле, в обвалившуюся галерею ты пешнитесь? Блять, вы понимаете, ребята, я, блядь, в ГВП вагон, нахуй, на 20-м месте в рекаунте, а здесь я первый, нахуй, давайте я всегда с вами буду ходить, ебать. Ну, а хули ты хотел, ебать, в рот? Это пугарейт. Это, а дайте, кто там забрал лишнее? Вы Доверман? На меня смотрите, как на бога, блядь. Довермана, дай мне, пожалуйста. Нет. Ща, мне в туалет надо сходить. Пошел, да брось, ты уже стиля не этого, ся. За облака не заходи. Бля, да чё руки-то не упали на паладина? Чё это за воин хан шаман? Да, давай, сейчас пьём удачу. Чем они нужны?
Где руки на паладина? Яха, ты пойдешь? Яха. Че, Яха ушел, что ли? А куда нам перемещаться-то? Что-то я тут... Студиантовая галерея. Яха, Яха, ты пойдешь? Влипшаяся галерея. Да, да, да. Ты, Саня, вовремя, когда я в РЛК пошел. Яха. На. Ну, мы курим сейчас пока. А может принести, может успеть пока трэш почистим. Ну, трэш почистим, ты пойдешь? Покурим. Да, пойду, но мы еще на первого босса дошли. Бля, ладно, похуй. Сейчас. Смотри по роллу, там типа это... Истек, не истек, да. А что, вы забрали Мирона уже? Да, убили. О, нихуя, 5 минут, в смысле. У меня какая-то пояс, короче, 5 минут. Крит РПБ. Хап, надо? Крит РПБ, сейчас чекну своё. А, на минус меткость. Та, похуй, не надо. Кому надо быстрее? 4 маны, минуты, ребят. Маны на успех забирайте. На инчан кому? А на дис быстрее порольте. Дис, на дис. На чём крит РПБ? И зря я... ПП. Давайте этот. Давай, пати. Сейчас, да. Чё ты, вар, просишь рок, и тебе, да, разрулить? Там я ещё успеваю на шмот разрулить? На который? Ну, на который Торим, Хадир. Мы это разрулили до флейта, ты чё? Да? Да. Ты же, блядь, кольцо забрал, нахуй, 26-е, ты чё, блядь? Аспект, давай трейд мне быстрее, давай, 4 минуты. Сейчас я дам тебе пати. Ну, бани, ебан, напиши, ну. Пишу, нету. Давай, давай, вот сейчас. Он поедет. Я забываю, что я отключаю его. Лок, шкаф поставь, пожалуйста. Сейчас, подожди, вот лишь почистим. А шаманчик взял он, сфотки пока куплю. А, он все равно не аглю, да? Ребят, вместе вы должны убить их, не забывайте момент. Бля, хоть бы тренька упала, нахуй, 239, да, пиздец. Кого ты меняешь? Что-то я не допонял. Чаш у нас лофается. Да, чаш за пивом, не подрасчитал по времени, говорит. Так, что тебе там ноги порулит, типа уже сишь. Воин, хан, шаман, троллим. Рекаунт, трейд. Цветочки. В смысле ты трион, я вместо тебя пойду? Почему ты трион? Ну, он Амела 70. Не, рекаунт выиграл. Рекаунт 84. 84. Ну не гони ты, Тримон, ты чё, блядь, давай пошли нахуй долбить. Ну, давай прекращай мне нахуй. Так, ну все, на этом ролл закончен. Чаш, если надо, оливай. Поехали. Вот этого вот говнюка. Получается... Звездочку грипп и фулка. После трэша, то ты смотри, там, блядь, вроде половина стоят АПК. А, ну все, давай, давай покурим тогда. Чаш ты ливаешь или что-то кого? Короче, все, я даю этот. Да, анонс, перекур, давай покурим, перекурим. МК, да, конечно, МК. Короче, я быстрее, походу, сандали еще, да? Да, сейчас у меня, подожди, у нас такой ФКшек. Давай вверх, давай кинжал. Я тебе сразу дам, потому что претендента на него нету. Кстати, ребят, такой вопрос. А, допустим, когда ИК выйдет, на него тоже надо, да, проходку от хуйды? Ну, скорее всего, да, будет, по-любому надо. В смысле, давай, чаш, запрямим, удачи. Кого меня поменять? Татрион, он пишет. Татрион, заебал ты, ебаный насос. Ты мне нужен на генерале. У тебя ты как гибрид ДК, блядь, будешь набирать. Станет, мне похуй, я могу его на ДК поменять, не до пизды. Не надо никого менять, нахуй. Мне нужен РДДшник и нужен этот. Че ты триону потерпи еще часок, ебаный насос. Не знаю, спички в глаза поставили. А мы сейчас за час занесем генерала. Да, я не хочу, просто мне через 4 часа вставать, это ужас. Задолбал, я вон вчера, блядь, ульду 8,5 часов траил 25-ку, блядь. У меня глаза в 3 ночи, знаешь, какие были, блядь? Не, если ему на работу вставать, нахуй его держать, че вы, блядь? Тебе на работу вставать? Да. А у тебя сколько времени? Говорю, мне 4 часа утра почти. Полчетвертого часа.
пускай через 4 часа вставать, блин, нахрен разгружать товар, еще загружать это все в магазин. Не, идите. Ну, иди, ладно, что-то на него вопрос. Да к чему мне, Саня, надо, ка? Ой, блядь, ну что, давай. Ну подожди, подожди. Да, давай на ДК. Да, 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 да. А товар до ДШ-ка доберем. Давай покурим пока что. Что там дашь участников ДИСИ? Если что увижу, какой рейд, если буду свободен, может, подзалечу. Лок поставь по-братски шкаф. Лок, ты тут? Ну да ты меня сумани, бля, нет, просто шкаф поставь. Пришел сум. Да, сейчас починюсь. Андрюх, ты тут? Да. Ты можешь флажочку на хпрз? На протика тебе? А, у нас танки есть? Не, на хп. Танк мырка есть, да. Сейчас дам. Еще раз, кто у нас танк? Мырк. Мырк. Мырка. Это новый танк, да? У нас танчили Тетрион. Ну я вместо него. И ты вместо него. Сама ставь метку.
Слэш релоад. Саня, это ты говорил? Кто это? Весла это говорит, да? Я? Ну, а чё? А, ну, так это я чай крепкий, ёпт. Я знаю, что ты чай крепкий. И чё? Ты чё, в смысле, обратно в рейд хочешь или чё? Как? Ту-ду-ду. У нас чай крепкий тут сидит, слышишь, чё? Ну и чё? Ты в рейд идёшь? Бля, я на танке заебал. Каком ты, блядь, танке? На мырке. А, это мырка. А, мырка это ты, ебать, всё, теперь всё, наплоть, нахуй. It's a prank. Да, это есть. Подмена. А вини сзади камеры себе снимают. Чего у тебя ДК такой слабый? Потому что я давно на него и заходил. Раньше с Саней постоянно в ульду ходили, а потом Саня нашел себе кого-то там другого. Я пошел на мага. Другого ДК себе нашел. Саня, да. Бать, Саня, променял ты мырку. Кинул коровку мою. Поехали. Да поехали на звездочку. Слот один. Так, можно фулл баф? Так, а трэш побьем, блядь. Идем. Стоять дрочить будем, что ли? Что у нас остались? Подожди, генерал Йок и этот. Совет Игнистанет закрыл, да? А, совет еще стоит, точно нихуя забыл еще о нем. Прист баф. Да, секунду баф. Еще, по-моему, 5 боссов осталось. Да. Ну, на 2 хотя бы соберем. Главное убить основных резаться и мы этих хэми убиваем, да? Да, да, да. Ну попробуем, посмотрим, что как вообще люди будут действовать, если, блядь, хуево все вообще будет. Хлопочки убьем, пойдем быстрее ее было завалим. Саня, а второй там кто? Я Аркан, ты че, я тебе не отдам эту тренинг? Ты че, блядь? Ладно, сходи. Давай это, че там у нас? Ну, ребят, мне нужно получить. Она на ретри паладина хорошо. Давай, заходит. давай, гриба и звездочку. Инжу стали, иначе стан отдали. Аспект дай стан по звезде. Хорошо. Продлите кто-нибудь стан. Андрей, подойди, продли стан. По кому, по звезде? Да. Все, не надо. Все, начинаем убивать. Давай буду ставить через звездочку играть. Нет, тренька топовая, пиздец, на фаера прям вообще, блядь. Да и на приста тоже. Прикинь, она упадет. А я от шею ебану занурил, да? Да, я буду смеяться просто по полосину. По левой стороне, нет, по левой стороне обходим, яха, по левой стороне обходим. Почта? Не пуль, по левой стороне обходим. У Була, по-моему, почта есть. Почта. Не, у меня ни хамбота не сделал еще. Я, по-моему, выкинул его. У меня Дживс есть. Он почта, говорит, есть драгдилер. Не, почта это же это. Охуеть, а че раньше так не делали? Ну. Но... Потому не что не я водил. Это, короче. И сейчас этот мне чувак в этот. По-моему, тоже. Кто-то подсказал мне, да, нахуй весь трэш можно не чистить, чисто одну крайнюю пачку убиваем, и все, и хватает места вообще за глаза. Есть такая тема. Точно, вот. Ну, ты точно в этом уверен, что ребятам хватит места? Направо. Ну, с одной стороны стоять просто, и все. Направо. Будет хватать места, все четко. Я проверял. Отлично. Так, стоим. Хилы могут наверху оставаться. Сейчас по контролям разберемся.
Значит, что у нас есть? Два мага, два шипа, получается. Нам не тэпнется эта дурка, если мы тут будем. Какая дурка? Ну, там же есть тёлка, которая тэпается. Может тэпнуться, но сейчас все расконтролится. Значит, смотри, два мага у нас. Значит, так, два мага. А, ну у нас лемов плюс сап. Аспект, ты слева вот сюда заходи, короче, ты по робику отдашь сап. Мы с магом, маг, я отдаю по звездочке шип, ты отдаешь по печеньке шип. ДК, дикей, танк, яга. Ты, короче, луну грипаешь и сразу... Да ты не по кому, Костя, ты, блядь, не ретрики, блядь, Саня, аспект. Ты робику сап даешь, если что, или в лягушку кинете. Рога, твоя задача, смотри, мы грипнем луну. Ты в это время в инвизе стоишь, ты заходишь с чипшота и продлеваешь кидни. Понял? Знаешь, что такое чипшот кидни? В луну мы грипнем луну, ты в нее выдаешь чипшот, набиваешь комбо-поинт и продлеваешь кидни. Замечательно, замечательно. Все. На готовность сейчас. Аспект здесь, ты услышал, ты робик сапаешь. Покаяние. Так, у нас ДК отвалился, ну похуй, вообще доберем сейчас парочку. Готово. Маги на исходную, маги готовы. Все, шипаем. Поехали, шип-шип. Замечательно. Стан, ой, чип-шот. Хорошо, все, поехали, добажим. Лок, можешь забанить элементателя, замечательно. Почему почему он вышел с контроля, алло? Рога, почему ты не доиграл? Где чип-шот, где кидни? Или ты, блядь, не знаешь, что такое? Давай, убивайте тех, кто есть здесь, потом этих. Как ты, блядь, далеко был? Звездочка вышел, все, красавчик. Нахуй сап дал вообще красиво. Кто-то, блядь, скилл, что ли, есть? Звездочку выводите. Дай стан, аспект, дай стан по звездочке. Аспект, стан, хорошо, замечательно. Все отлично, мы выводим печеньку. Вы печеньку выводите, Андрей, дай стан, подойди. Ай выйдется. Хорошо. Стан дайте. Блять, я сука. Дай кинь. Ладно, похуй. Выводите ромбик. Дайте стан. Стан, дайте стан. Да похуй на элементаля, все уже анбан делаем. Замечательно. Добили босса, мобы, друзья. Лер, чё у тебя, ты где? Давай, чё идем. Безликого там у тебя. Блять, мышка, блядь, быстрее, нахуй, к саранитовой хуйне этой. Давай, таунти. Нихуя там насыпало. 35 саранитовой руды. Да это всегда здесь сыпь, заведись. Ребят, здесь будет контроль, я за контроль, кто-то еще может лучше сова это сделать. Если шамана нет. За контроль, то убейте его. Он все равно кинул, да? Нет, серьезно, в смысле, что? Зачем мне себя убивать? Поехали. Шамана убивать? Потому что он Геру сдаст по себе, блядь. Чтобы ты у тебя не было Гера. Да Гера, в принципе, нахуй она не нужна, шамана. Так. Давайте убиваем быстрее. Рождение бедно. Я смотрю, никого не законтролировал, да? Там сопротивление. Просто если убивать человека, его бафать надо потом. Ладно, давай, добили ужаса этого босса, ну. Ой, блядь, мне аж страшно. Дайте законтрольте. А, опять сопротивление, я понял. Спасибо. Ой, блядь. Да. Ну вот и как его тут ставить, Саня, ставить? Смотри, сейчас я скажу тебе, как ставить. Смотри, я ставлю тебе желтую меточку где-то вот здесь. Босс ставить должен в этой метке. РДД кэмп будет стоять у нас вот где-то вот здесь, в трусах. Значит, смотрите. Стоим все РДДшники, плюс хилы, кроме двух ретриков. У нас, подожди, сейчас посчитаю, сколько у нас милишников. Это еще раз, два, три, четыре, пять. Все охуенно. У нас 6-7 с танком, 8-9 милишников и их получается. Остальные РДДшники охуенно. А у кого из милишников самый большой ДПС? А что? Ну, истерину кого кидать. А, истерику.
Я что-то даже не смотрел. Наверное, на Фроста кидай, на Довермана, наверное. А, у рекаунта точно, точно. В рекаунта кидай. Да. Рекаунт, только свою прожимку мне давай, шаришь, да? Сначала историку получишь, потом продлишь своей. Красавчик. Смотрите, РДДшники кемп. Суть этого босса, он будет разворачиваться, кидать темное сокрушение. Такую хуйню. Это темное сокрушение, мы должны выбегать с него. То есть, смотрите, мы стоим в звездочке, в трусиках, да, РДДшники. Кидается темное сокрушение, вы хуякс, прибежали влево, ну лучше вправо, там влево этот, далеко можете убежать. Лучше вправо, ну и мне влево удобнее. Просто убегаем влево, да, чик, выбежали, стали где-то вот здесь, вот такой рейндж примерно будет. Это темное сокрушение упало, вы хуякс, вернулись, я поняли, да? Ну да, да, согласен, надо вправо, тогда вот так вот, вот здесь сейчас трусики поставлю. Здесь трусики все отбегают вправо. Кто с меткой будет, убегает назад. То есть такая, смотрите, в трусиках стоим. А босс будет постоянно кидать темное сокрушение. Мы выбегаем, все по всей пачке, вообще все убегают, ребят. Никто не лутает этот лишний урон, он нахуй не нужен. Плюс минус ДПС. Убежали, темное сокрушение упало, разлилась лужа. Зашли в лужу, и только в этой луже мы кастуем. Без лужи не кастуем, так как механика босса такова, что... Здесь нет абсолютно никакого регена маны. Ну, кроме хапала, там, он копейки себе отрегенивает. Тем более, мы убиваем в хрему, вообще нет, не будет регена маны. Нужно забустить это дело. Поняли, да, суть? Смотрите. Летит темное сокрушение, вы увидите, такая здоровая, блядь. Огромная илда, блядь, будет на вас лететь. Вы отбежали, это можно, нужно делать молниеносно. То есть, только она, только он повернулся, только анонс прошел, похуй, в кого она летит. Вы, главное, вы бегите, мы будем стоять для того в одной точке, что вообще поебать, в кого она летит, вы должны просто убегать. Суть такова, поняли, да? Летите на сокрушение, отбежали, забежали в лужу, встали, кастуем. На перебежках косты не отдавайте свои, потому что экономите ману, маны будет просто не хватать периодически. Второй момент, очень важный момент. Будет кидаться дебаф меткой безликого. Кто, блядь, сомневается в себе и так далее, напишите в ДБМе, вот, в ДБМе, в Килмивене, если кто им пользуется, пропишите этот дебаф себе, нахуй, на полэкрана себе въебите, нахуй, чтобы отслеживать его. Суть этого дебафа, если вы его не вынесете вовремя, то есть у вас там будет буквально 2 секунды, чтобы отбежать от рейда, чтобы не захилить босса. Он кидается на 10 секунд, наносит урон. Плюс, если человек не отбегает, то есть вы стоите в рейде, вот здесь, то он будет до этого, блядь. Да, я объясню получше. Он висит 10 секунд, он самого человека с меткой не бьет, а 20 метров вокруг, кто стоит от этого человека, он каждого из них бьет, каждую секунду по 5 тысяч. А босс за каждого человека, за каждую секунду, получает по 50 тысяч от хила. Да, да, да. Именно так, то есть сами понимаете, что эта метка просто она... Ее настолько нужно максимально быстро выносить, то есть лог ставит там условно порталы, нахуй, тапочки прожимаем, всякую хуйню, то есть условно смоделируем ситуацию, мы стоим, да, кидается темное сокрушение, все отбегают, условно на меня кидается метка, что мне делать? Я уже не бегу дальше с ними, я разворачиваюсь, бегу уже в обратную сторону, то есть назад. Я кидаю блин, ну соответственно, я блин, когда другой человек, у кого есть тапочки, там, ну если есть инженеры, инженер это масхев вообще в ауе. А рыбку можно? Вот рыба стоит. Никакого ауе здесь. Ну, совы, сова, сов. Это идет. То есть без старфолов, без всякой хуйни. Экономьте ману, бейте самими этими дамажащими пилами. То есть, условно, если я аркан, блядь, ой, аркан, если я фаер, блядь. Я бью только, я забываю про живую бомбу, нахуй, и просто бью ФБшками, потому что ваша скорость атаки и заклинания будет увеличена в этой луже. Кастуем только в луже, выносим метку и грамотно отбегаем. Я ставлю на себя метку в случае чего. Также, ребят, бывают такие ситуации, что, допустим, мы выбегаем, там кого-то кинул с меткой, тот вынес ее назад, и на него кидается темное сокрушение. То есть здесь лужа появляется, не нужно в нее перебегать. Мы остаемся также в трусиках. Если у нас кончается лужа, нихуя страшно, стоим, курим 5 секунд, там кидается новая лужа, мы перебегаем, возвращаемся сюда.
Не надо бегать по всей хате, на по всей карте, блядь, и что-то искать нахуй эту ебаную лужу, вставать, чтобы скинуть свои ебучие две нахуй тычки. Все, все, запомните, эти трусы, все, это ваш нахуй ваш дом на сегодня. Выбежали, блядь, отбежали от него, вернулись. Это нужно делать очень быстро, ребят, не без всяких слаков. Все, давайте, арчинобав на пол. Я считаю, чем больше трайв, тем больше шансов. Давай попробуем, доберем сейчас. А, ты добираешь, да? Похуй вообще. Милишники, вам еще задача такая. Смотрите, бывают вот эти споры, чтобы запустить ХМ, нам нужно не убить ни одну саранитовую пару, так называемую. Они будут появляться, такие зелененькие хуеплеты. Они могут... Нахуй я вторую метку? Они пупыч. Напиши пупыч. Пун. Пу... Блядь, не могу прочитать. Короче, друид. Не, нахуй этот код не нужен, нет, нет. Нет, не нужен? Да, нахуй он вообще не нужен. Это тут малолетка, ты чё, ебать? А вот то это. Да. Бля, по-моему, прикольный, типа. Ну, бля, прикольно, прикольно, но, блядь, в коте, нахуй, в каком там у него гири, нахуй, дает 3000 ДПС. А, ну ладно, хорошо. Милишники, стопать, учитесь стопать АУЕ, если появилась ранитая бара, все без АУЕ бьем. То есть ДК морами не обновляем, там вихри не крутится, нахуй. Энхи, блядь, бурю не крутят. Ретрики тоже. Все, давайте. Блин, встали. Погоди, все. погоди, посмотри, быстренько порол, там шмот не просягни. Сейчас. Он же только с Мимироной без Фрей там. Мы с... А, у нас только Мимироша. Все. Мы Фрей разролили. Фрей разролили? Да. Ну там же токены, блядь, были. А, точно. Все. Токены, кинжал. Все, все. С Мимироной еще полтора часа. И ноги еще час 15 какие-то не лежат. Какая 6 Фрей? А, это Буе. Буе, Анру. Все, давайте, встали всех трусики. Хипалы, вы милишники идете, а остальные хилы вместе с нами бегают. Все, обновляй портал. Никто не бьет, на пульщике только бьет, пока Яха ставь звездочку спиной к нам. Угу. Только четко где-то примерно плюс-минус звездочку поставь. Все, что, у нас все готовы? Подожди, прослабь. Ребят, встаньте точно, то, пожалуйста, разливайте четко в трусиках. Не вправо, чуть не влево, а то так вправо-лево. Это очень решает. Все ровно в метку станьте, сова. Обычно, метку. Но он встанет потом, ебать, метку. Все готово. Давай, давай, все готовы, поехали. Все, ребят, внимательно. Никто не кастует сейчас, ничего не делает. Набивая гроб прямо ЛПшками души. Ребят, за Оманом смотрим, прибежали. Все, ребят, увидели это темно сокрушение? Половина рейда нахуй убежала, блядь. Все, дамажим. Начали депрессить. Прибежали. Опять половина рейда вышла. Ребят, внимательно смотрим. Как только он разворачивается к нам, только анонс пришел, вы уже убежали. Амела убежала, Амела убежала от рейда. Очень долго убегаешь. Много захилили. Ребят, быстрее реагируйте. Я понимаю, что вы сейчас придумаете. Волков убери от сферы. Сейчас ты убьешь сранитую пару, алло. Сейчас ты сбиваем. Убежали. Видишь, Фунтик, ты очень близко стоял, сейчас сверка ближе нахуй упала. Убегай. Кто захиливает босса? Алло. Убежали. Не докастовывайте, ребят, все, главное научитесь бегать. Все, весь босс заключается в том, что как вы бегаете. Заебало. Давайте в одной КМ. Так, ОЕ не бейте, тут сферка подо мной. Все без АУЕ. Ну, про меликов. Да, я тоже.
Да, я сейчас убью, уже у них в этом осталось. Вот, блядь, я вызов на августе. Все, встали в трусики, все в трусики. Дамажим больше бега ДПС. Ребят, быстрее не докастовывайте, внимательно посмотрите, пожалуйста. Сравните парня, убейте парня. Просто хорошо. МАК убежал, МАК блинк. Стоп, не кастуем, в трусики встаньте все. Трусики, пожалуйста, подвиньте. Убежали. Я просил не докастовывать. Почему ты вообще пятился, если ты шел? Триста. Убежали. Триста каждый, блядь, твою эту нахуй. Ты просто летаешь. Побежали. Я там сейчас уже этот второй моб нахуй 50 тысяч, 50% всего смысле. Агри, яха, агри, яха, агри. Набиваю гроз, топ 0 ДПС. На пулу только бьют. Только на пулу бьют. Поверни босса лицом к нам, пожалуйста. Что там? Прохилят, вместе, да? С элементалем. Лицом? Да, лицом. Он далеко, мы не достаем. Мы не достаем. Че, можно бить уже миликом? Да, да, да. Все, РДД тоже бьют. Кого бьем? Сорнитого анимуса. Убежал, убежал, блядь, убейте, сука. Упали все. Убил. Упали, 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 упали по ВПшке, то есть там же хуйня, нет? Триллиан. Ребят, главное, чтобы вы увидели и поняли вообще, что он тут должен делать. Вы поняли, что метка безликого — это нахуй хорошая шутка. Да, Майло, давай, что там по хилу, вы справляетесь? Нормально, я смотрел, что-то я хочу не умер. Не, так там какой-то легкий оказывается. Да это, блядь, легкий нахуй, наилегчайший был просто. У него типа только одна механика, он кидает для РДДшников вот эту сверху, надо отбежать, и надо отбежать при высасывании, все. Он легкий как бы босс, но мы сейчас вы умерли из-за второго его каста, и каждый первый каст, да, когда он вот эту вот Пристовскую кидает Т4, минимум ловит ее 6 человек за раз, это минимум было. Да пиздец вообще, да. Просто научитесь бегать, научитесь вовремя стопать касты, вообще похуй на ваш ДПС. Что вы там докастуете, это вы, бля, потеряете больше времени за счет того, что вас отвлекли. Нет у вас. Просто научитесь, блядь, бегать. Слушайте, я так и не поняла, как понять, что он сейчас кидать эту херню будет. Ну, у тебя ДБМ есть вообще? ДБМ нет. ДБМ нет. Ну, ДБМ. Камеру вверх задри, когда большая херня у тебя полетит, отбегай. Там есть такая черная рамочка, в ней белые буквы есть. Человек, на которого, под ноги которого прилетит черная лужа, пишет сообщение белыми буквами на черной рамочке. Там написано «Темное сокрушение на мне». Вот когда вы увидишь вот эту надпись, тогда отбегай сразу. Да. Вообще, ребят, как вы в рейды ходите без ДБМа? Черный жив, ты черный жив, Гани. Достаточно ДБМ у одного рейд-лидера. Вот эту надпись, просто смотришь рамочку и все. Может, у тебя эти рамочки отключены, и ты не видишь ничего. Не знаешь, когда что будет. Вот. Вот, судя по всему, отключены. Ну, давай попробуем включить, давай найдем это. ESCAP. Интерфейс. Так. Я сам не знаю, где это. Давайте, помогайте. Общение, да? Так, общение, наверное. Да, общение, я угадал сразу. Общение, сверху первое, второе, вторая галочка называется «Общение в облачках». Наставь галочку, отображение над головой персонажей и так далее. Вот эту парашу поставь. Сейчас смотри, давай проверим, работает, нет?
Сейчас прочитаю, что я напишу. У меня сообщение в облачках стоит, но... Ну, ты увидела, что я написал? Нет. Давай еще раз. Ты не видишь чат, что тебе пишут? Не видела, нет? Нет. Ну так открой интерфейс, открой общение, открой сообщение, общение в облачках, галочку поставь. А стоит она и стояла. Ну. И что, в облачках нет сообщений? Огурцы возьмите, поставь огурцы. Короче, смотри, твоя задача тогда так делать. Опусти камеру на низ, чтобы ты видела чисто снизу. И смотришь, как только он поворачивается и кидает какую-то хуйню. Даже просто, даже если он просто поворачивается. И беги сразу нахуй. Вправо. Там будет черная хуйня такая лететь. Или просто следи, следи за рейдом. Рейд побежал, ты тоже побежал. Стадное чувство обретай. Так, значит, ребята, насчет метки безликого. Может, мой костяк, просто я не заканочу в кого. Но вы сами отслеживаете свои дебафы. Я сейчас буду за каждую метку отслеживать. Говорить, кто и чё и кого. Но вы сами думаете, пока я скажу, это, блядь, времени. То есть вы должны сами ориентировать очень быстро. 0.8 в среднем идет. Чё, дебаф на пол. Да, будет минус ролла, нахуй. А, погоди. Кулаки. Пойди, на, всё. Сейчас баф. Баф. Ладно, все, ману по босса от регени, поехали. Все готовы, подожди секунду. А что у нас по хилу, дай посмотреть. У нас Андрей пал один, в принципе, справляется со всей хуйней. Но на всякий случай, вы на подхвате... Да, ребят, вы, короче, на подхвате будете, просто сейчас не хильте, в критических ситуациях хильте только рейд, те, кто с нами бегает. А Андрей там уже вместе со вторым хапалом... Похилят. О, бэкспейс пришел, слышишь, че? Че за бэкспейс? А, все. Я перепутал. Yeah. Перепутал. Ой. Тебя хпал бежит, погоди. Тревор, ты где? Нету хпала, нет проблем, поехали. Сейчас, стой. Баф, дайте по Тревору быстрее. Амела, ты готова? Все, все готовы, я готов. Спуляю, это, лицом к нам держи, босс. Никто не бьет. Дайте, наверное, набить игру. Никто не бьет. Ханты эти напуливайте только. И бежали. О, уже красиво. Все, начинаю дамажить. Всего лишь 4 человека попалось. Лоп. Бежи. Бежи. 5 человек попалось. Слушай, убеги, вынеси, блядь, метку безликого, вынеси ее. Ой, блядь, упали нахуй. Там опять проблема. Какая метка была безликом? Q, короче, Q, B, что-то там. Четвертая группа, первые. Кто это, друид или кто? Да, сова. Оу, да. Фунти? All inside, сова внутри. Сова, блядь, сука. Ребят, нахуй. Tell me when у всех есть. Вы сами видите, блядь, босс просто три механики всего. Две, сука, ебаные механики. Блять, я с ума сойду, наверное, на драконе. И таких друидов. Слышь, Андрюха, а ты на меня кидаешь этот хапаловский щиток? Да. Нет, ты недостоин. Ну, я так и знал. Ну, неси 30 секунд. Мана ограничена. Дали, быстренько это все делается. В смысле 30 секунд? Я имею в виду, которые, ну, минуту висит щиток этот, блядь. Частицы света? Нет, священный щит.
Священный щит только протопал на минуту на себя вешает, а хпал вешает на 30 секунд священный щит. Дорого, дорого священный щит вешать, дорого. Болишься с галереей, да? Блять, я хуй знает. Давай буду нахуй анонсить, короче, я буду чистые метки анонсить. Буду озвучивать метки. Все, давайте, я сам что-то проебался с этой меткой, нахуй. Сова, а чё ты не выбежал-то? Да там не сова, походу, там это. Да, священный щит, 520 да. маны стоит, это полторы вспышки. Ты здесь? ШП Редхит. При стене было? Да. Это ладно, шо. Редхит. А, пунтик, что ли, который? Нет, Редхит, Редхит. Видимо, я. Ну да, ты. Давай внимательно. У тебя Толмивен есть? Хотя ДБМа нет, значит, онлайн тоже нет. Скачайте себе ДБМ, если вы в ПВЕ играете. Без ДБМа, не знаю, но это первое. Телмивен. Я про ДБМ. Я вообще тоже не понимаю, без Телмивена вообще вред идти. Это крах. Ладно, сейчас буду чисто заметки, ребят. Внимательно сами смотрите, выбегайте. Попробую все анонсить, но тоже пиздец. Ну просто как бы без ДБМ ты физически не успеваешь за всем следить. А ДБМ mm-hmm. ты сидишь, блядь, носу ковыряешься, у тебя в наушниках пибик, блядь. Ты такой, о, игру надо. Придумывали, разработчики не думали об одном вообще. И что? Нет. Ну значит, можно комьюнити без них как-то играть. Нет, ну, тебя комьюнити все сделало, вообще все для тебя. Я тебе могу без ДБМ играть. Тебе кто-то говорит то, что типа это нельзя, что ли? Я говорю просто то, что ты можешь. Для удобства просто. Зачем мне ездить? Копейки, когда я могу ездить на Бентли, понимаешь? Чтобы давай. Прочувствовать игру такой, какой ее задумывали разработчики. Ты думаешь, что в классике не играли, блядь, с аддонами, что ли? Я не хочу просто стоять, типа, в середине. Нет, рейд. Ты сравниваешь две разные вещи. Давай быстро, нахуй, ребафнули рейд. Максимас баф подняли, рейд. Рыбу поели. Сейчас убьем. Не чкуйте. Уже как минимум меньше народу, блядь, попадается. Это жирная корова на рыбе топчется. Почему меньше народу? Минимально сейчас было 5. А, 4. 4 было минимально первый раз. Второй раз 7, нормально. Третий раз мы упали уже. Аспект вижу. Так, начинаю бах на пол. Стали все в трусики. Поэтому надо убрать эту печеньку ебаную. Погоди, а морку пав. Сань. Давайте, кто кого ждать? Сейчас я ману зарегеню. Давай. Да, он Xbox тоже правильно говорит. Разработчики не задумывали это все. Все готовы, я хата готовность. Ребят, внимательнее, пожалуйста. Вставайтесь четко в трусики. Внимательно смотрим за сокрушением. Метка безликого через 30 секунд. Ставь морды к нам. Прибежали. Отлично. Все, стали дамажем. Два человека попало. Бежали. Приз, ты, блядь, каждый этот нахуй попадаешь. Сторони тут. Снимать на метку безликого, внимательно смотрим. Так, по-моему, будет метка безликого. Прибежали. И сейчас будет метка. Вася вагон полетел. Хорошо, отлично. Каст. Человек, замечательно. Дай салют по мне, перебежали. Утр раскол. Непоятно, как достало до меня. Утр раскол. Разбей и за ним. Сбрось игру. Перебежали. Трусики, ребят, вставайте, трусики. Приз, короче, сделай так, чтобы ты хотя бы ни разу не попал. Ну, типа, один раз не попал. Вот и каждый раз ты попадаешь. Вытягивай жизнь, фунтик убежал. Бежите от фунтика. Фунтик, блядь, долгий, нахуй, пиздец, пассажир. А, крестик идет у него, да? Да. Крестик идет. Крестик. Бежали. Больше. Дамажем похуй.
Метка звезды, да, прибежали. Да, 5 секунд. Рядом, сфера. Стоп, стоп, метка стопнули, а у ее урон. С меткой без ликов внимательно смотрите. Внимательно смотрите на свой дебаф. Сейчас будет метка. Тревор убежал от рейда. Тревор убежал от рейда. Да куда вы, блять? Тревор, почему ты не убежал? Заебали. Че ты такие раки будь? Просто, блядь, можно убежать. Не убежали. Прибежали метка, внимательно 2 секунды, внимательно смотрим на свой дебаф. Сейчас появится метка, смотрим внимательно. Амела убежала, Амела убежала. Убежали. Пусть. Давайте быстрее. Больше ДПС, ребят, там уже нахуй. Враг будет через 10 секунд, у него 60%. Прибежали. Очень хуёво играете, очень хуёво играете. Сейчас с этого ход. А чё, убили сверху? А нет, забирается. Смотрите. Ты на рака сейчас этого. Метка безликого, внимательно, 2 секунды, внимательно. Фунтик убежал, Фунтик убежал, Фунтик убежал. Мне, блядь, сколько раз нужно повторить, чтобы я убежал нахуй быстрее. Тапки нахуй стопнули ДПС по йогу, поэтому по генералу не бежали. Нормально. Забери, забери. Чё, почему yeah. Враг? Почему он бегает, враг? Забери себе его. Стопнули ДПС, на пол только. Встали все звездочку, трусики. Не бежали от Фунтика, берите. Внимательно, все то же самое, ротация. Поехали по врагу. Поверни его к нам, босса. К нам поверни лицо, мы не достаем. Внимательно, метка 5 секунд, метка 5 секунд. Внимательно. Фунтик убежал. Офсайд, офсайд, убеги, офсайд, убеги, блять, офсайд, убеги. Все, играем похуй. Поднимите. Все, упали на. Нет, тут что-то, мне кажется, смысла нету дрочиться. Давай пару тайков еще последних, потом в обычке убьем. Да типа люди вообще тупые, нахуй, в хлам. Люди устали, да. Может? Хлам-то тупой, ебаный урод. Может быть, может быть. Да хуй знает. Да ладно, ты не обижайся. Мне кажется, больше тупые. Ладно, давай стада, последний трай. Сейчас на удачу, может. Фортанет как с Фрей. Может, вы, блядь, соберете свои яйца, блядь, кулак, нахуй. Ну, на Фрей это не совсем удача была, там старались. Более-менее разобрались, что делать. Ну да, смысл. Вот здесь разберитесь, ну, ребята. Во-первых, вот я вам хочу сказать, какого хуя вы не можете начать бой лицом босса к рейду, не чтобы потом он не поворачивал. Вот ты его приведи и поверни к нам лицом. Не ебись. Ты сам себе делаешь сложнее. Он не кливает, не дышит в рейд, ничего не делает. Нахуя ты его ставишь к нам хвостом? Просто он может стоять головой. Он может стоять головой, лицом к нам. И все да. Будет охуенно. И когда появится голем, у него фрейм разный с боссом. У босса большой круг, фрейм, хитбокс большой, а у голема маленький. И когда ты его к нам хвостом держишь, то фрейм маленького голема в большом фрейме босса. А босс кидает сокрушение, определенный рейндж. Если ты его дальше держишь за звездочкой там, то нам нужно дальше треугольника вперед вот подходить. И поэтому сокрушение будет долетать до нас быстрее. Флайтайм у сокрушения будет меньше. А когда ты будешь держать к нам лицом, то флайтайм, и мы будем стоять и в треугольнике, и будет все нормально. Все, ребят, разобрались сейчас. Главное, вы научились увидеть дебаф свой. Ну да, дебаф. Но у кого почему есть у кого-то Телмивена, ебать, вот забейте в Телмивен. Да, ну, вот Телмивен, ты сейчас вот говоришь, вот смотри, самое простое. У вас есть, где мини-карта справа в верхнем углу. VIP, там, красный значок Орды, премиум, если кто голосует. Вот туда обратите свой лучезарный взор и смотрите. То есть, помимо того, что вы должны на автомате ДПСить, хилить и смотреть, вы должны смотреть, вот вам Орел говорит, там 5 секунд метка, там, блядь. Он же вам говорит это не просто так. Вы посмотрели вот эти 5 секунд, глазки туда подняли, даже хуй с ним, не подамажьте 5 секунд этих. Увидели эту морду вот эту
проклятие, вот эту метка безликого, нахуй. Сразу съебались от рейда. Потому что 20 метров, пока вы будете от 24 людей отбегать, вы очень много боссу захилите. Она 10 секунд висит. И вот когда вы выбегаете, я смотрю, 5-6 секунд проходит. Там последние, получается, 3 секунды, вы уже стоите далеко такие, а смотрите, а да, 3 секунды прошло, пойду-ка я дамажить, блядь. То есть хотя бы, я не знаю, 1-2 тика, а мы его захиливаем столько, что мы его, блядь, 2 раза можем убить. Это да. И урез хила есть? А у нас есть армс? У нас целый воин. У нас армс, но фурик же. Рог у нас есть. Рога, давай намажь яд нейтрализующий. А у нас, ну ММ это такой, если лучше рога, пускай намажет яд. Ну, ММ вроде должен висеть 50% всегда, если он стреляет. Я все, стой, не надо. Подожди, ладно, пускай. Там же КД как раз чеков тику. Все, ладно. Давай, едим рыбу. Подняли рыб. Ребят, пожалуйста, внимательно. Нам нужен этот хэм. Это очень хороший хэм. Он очень легкий на самом деле. Просто поймите эту механику и все. Что я говорю 5 секунд, вы похуй на ваш ДПС. Блять, кто в себе не уверен, просто не нажимайте никакие кнопки. Просто смотрите на свой ебаный дебаф. Где у вас вип, там вип. Просто вынесите этот дебаф очень быстро, и все будет охуительно. Поймите, что вот это основное. Даже то, что вы в темное сокрушение попадать, это вообще поебать. По факту. Нихуя не поебать. На хреме нихуя не поебать. Элементаля пока будем убивать, он у нас настакает плюс к урону от темной магии, нахуй. И потом вот это поебать выльется в вайп просто. Темное сокрушение нельзя ловить вообще. Да это понятно, что вообще нахуй. Хотя бы научить себя это. Ладно, давай последний трай хэм. Обычки, потом в обычке убиваем и на юг идем плюс 4. Все. РЧ на бафну. Эдру. Здесь. Яха по готовности, блядь. Никто не бьет. Встали все. Трусики. Внимательно отслеживаю. Побежали. Шипа долго очень. Ебать, это так. Хорошо. Метка безликого, ребят, 5 секунд, внимательно посмотрим. Бежали. Сестры. Нет, убежал сова. Хорошо. Сейчас опять по уровню. Ну, откинула просто. Потому что Тревор нахуй его стоял, нахуй не в метке. Вставайте в одну тучку, кучку, звездочку вставайте. Побежали. Тебе отметка 5 секунд, внимательно, смотрите, отслеживайте. Внимательно, метку смотрим. Прибежали. Липолоид убежал, отрыв, липолоид, отрыв. Сдох. Не, я хуй этот, разбивайте сранитовую пару. АУЕ дайте, разбейте сранитовую пару, убиваем лобочки. Это вообще, как бы, не лечится вообще. Урмана кончается, может тебе там блоки постоять. Не больше 5 секунд. Да, больше не 5, пизда вам. Метка внимательно, ребят, сейчас появится метка, внимательно смотрим. Стоим в звезды в этом, в трусиках стоим. Тревор убежал, прибежали. Все, стоим в трусиках, ребят. Одним кемпом бегаем. Прибежали. Геру, когда будешь давать? Да, Гера, нахуй нужно. Миликом она зайдет, Саня.
Ну, на экзекутке дадим. Мы только в жизнь уже прибежали. Вообще поймать. Можно выбить этого. Ладно, 1-2 раза забой поймать, а то уж что там в случае чего. Ну, сейчас ни одного тика по рейду не прошло с креста. Это, блядь, рейл, блядь, выносит. Хули, блин, блин. Порталось просто телепортнуться. А, это еще надо время сообразить, что. Ну да, мне проще. Просто блинк и все. Ну или этим блоком тоже просто. Ну или контам тоже отрыв, да, нажать. Или любого стенжа просто тапки прожать. Если так-то подумать. Утер, утер, утер. Красавчик, утер. Хороший вот. Все, я тебе беру, пиздю. Метка, ребят, внимательно, метка. Перебежали. Сейчас будет метка, внимательно, смотрите, внимательно. Максимально внимательно. Перебежали. Сейчас будет метка, вот сейчас прям. Что-то забагалось, что ли. 5 секунд опять показывает. Прибежали. Метку внимательно смотрим. Сука, быстрее. Тревор убежал, Тревор убежал, Тревор убежал, Тревор убежал. Прибежали. Давайте, блин, больше ДПС, естественно. Мана кончается. Вон пару раз ты поставил мане. Сейчас пойду хуй разбивать. Пуловые стоят по мане. Да, блять, сейчас страшно туда идти. Побежали. Смотрокрыл убежал, смотрокрыл убежал, смотрокрыл убежал. Пиздец. Побежали. Мы босса, по-моему, в обратную сторону убиваем. А мы беседу поднимаем. Чего мы сделаем сейчас? Просто хорошо, прибежали. Сука, я ещё знаю. Блин, вот надо так. Блин, мне тоже надо сравнить эту пару. Сейчас буду нюхать бобру. Прибежали. Леопольд отрыв, Леопольд отрыв, Леопольд отрыв, Леопольд отрыв. Как далеко бы стало. У Миликов вообще дуба пока бы. Милика, да. Саня, дай Геру. Зачем? Для Милика. Не надо на йогу оставить, похуй. Че, мана нет? Ну давай похуй, надо поебать, на йоге сюда не нужно. Ой, блядь, у меня мана началась. Андрей убежал, Андрей убежал, Андрей убежал. У меня вообще дома вообще нет. Блядь, сорони твою пару далеко. Может да как какой-то выйти гриб, но сорони твою пару. Аккуратно. Такое, смотри, что мы типа там на, ну, условно миллионе переведем его в ХМ режим и добьем. Ну все, уже не переведем его в ХМ режим. А, то есть надо вообще ни одна не убить, да, по пару сорони. Да. Убейте сорокин пару. Ладно, вообще ни одного спина не пристится. Чего вы не убили сорокинного пару? Ладно, добивайте. Да. Ну вот Светки, выйди, вы чё, блядь, Алёша, никто не встаёт. Значит, лестница мне будет Фьюри. Будет Фьюри, да, смотри. Там портал есть. Провал безумия. Ну, поднимите меня хотя бы, просто фаербола поднимите меня, чтобы будут забрать. Все, еще у кого-то есть. Смотри, красиво. Какая хуйня упала? А здесь был баб, могла бы три дня, ребят. Ладно, блять. Надо пачка на своей бегать, нахуй, по хэму, пиздец.
Так, что-то вообще тяжело нахуй все это. Давайте сейчас, блядь, на юге, наверное, вообще страдать будем. А что страдать? Ты плюс один хочешь делать? Саня, поставь, да, я руду заберу. Фри, сейчас поставлю фри. Ты же. Всех хранителей запустишь или что? Да, да, а, блядь. Может, кто там еще есть? Пойдем. Хера, всех надо запускать. Плюс один, я точно не готов это делать здесь, вообще в этом рейде. Выйдите на скомнат. А что, какой таймер, подожди.